На севере Казахстана от ковид скончались 6 человек. Заразились этой инфекцией более 1700 жителей. В день общенационального траура в регионе приспустили флаги. Память умерших почтили минутой молчания. Свои соболезнования родственникам погибших от коронавируса выразили и медработники. Они находятся на передовой в борьбе с ковидом и выполняют свой врачебный долг, подвергая себя и свои семьи опасности. По сведениям Управления здравоохранения, в регионе треть от общего числа заболевших коронавирусом – это сотрудники медучреждений. Кусимисов Танцик Сентаевич переживал за медицинское дело, он сердцем своим. Он командовал здравоохранением города, он был главным врачом. Диспансера. Он был главным врачом Акаинской центральной районной больницы и скончался от коронавируса в тяжелом состоянии в реанимации в городе Кокшетау. И перед этим он руководил санаторием Котыр-Коль, который переоборудовали в ковидный госпиталь.